Ну что, отведем девку к ее папочке. Ей просто нужно рискнуть жизнью, да? Ага, да. Пожалуйста, я должна... Увидишь, увидишь, я к тебе вернусь. Сэм, благодаря тебе сеть растет как на дрожжах. Замечательно. Есть еще одно дело. Здорово, Макс. Тебе нужно завоевать доверие этого старьевщика. Да завоюю, конечно. Заказ от хиральной художницы может пригодиться. 666 лайков. Неплохо так. Я думаю, я не буду портить это число ему. Оставим как есть. Как дела, Макс? Чё новенького? Ох-ох-ох-ох, как все глючит здесь, а? Так, база онлайн. Вот, кстати, база нам нужна. Здесь больше ничего интересного нет, да. Мост зачем-то построили, тоже непонятно, блин. Так, ну, в принципе, надо сходить на базу, там хотя бы поспать можно будет, потому что мы уже давно нигде не ночевали. Последний раз мы где были даже, я не помню, слушай. Мы прошли метеостанцию. Вот, да, метеостанция, там мы построили свою собственную базу. Заночевали там. Потом даже успели пиво отвезти. Даже после этого. Сколько времени прошло. План-то и Сатурн, я почти прошел первую игру с трилогии. Неплохо, шустренько, я бы даже сказал. Ух ты, у него что-то занято, что-то, не? Нет, просто такой трицикл. А, походу трицикл дальнего этого, следования. Господи, еще японская песня какая-то, блин, а? Забавно. И как тебе, Эйс Аторни? Все, улеглись. Сейчас снова трипы будем ловить. Отлично. У нас только что ли татуировка или что это такое? Спасибо у нас на руке? Хитрость. Я что-то не понял. У нас там писем пришло. Так. Фу, наконец-то новый энергетик. Что это такое? Таймпортер или что? Сильнее. Не знаю, что за энергетик такой, но ладно. Пропустить. И снова пропустить. Там одного скушаем криптобиота. Мне кажется, ли там какая-то новая фигурка появилась, не? Ну-ка, что-то вообще даже их очень много. А, роботы, роботы, я понял, вон роботы. Туалет, стоя, сидя. Давай, стоя. Нет, 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 не хочу на них смотреть, блин. Помоемся. Так. Все, отлично. Ну-ка. Сколько у меня там чего?
А, это уже доработанная гематическая граната. Ага, отлично. Так. Это был Саган. Не-не-не-не. Что выше у нас? Вот это новая, да, модель против тварей. Пистолет против тварей. Гематическое оружие для борьбы с тварями. Оно забирает кровь стрелка через браслет и конденсирует ее в компактные пули, которые затем разгоняют направление цели электромагнитным ускорителем. Мощность каждого выстрела зависит от длительности переливания крови. Нужно себе эту штуку сделать. Не каждый раз гранаты в них метать. Ну-ка, давай к Биби. Сморила, да? У нас там что-нибудь новое открылось для костюмчика, не? Не, только для этого не. Так дела не делаются. Эти новые щи как раз примерим. Старые явно лучше смотрелись. Один из новых писем, ребята, вы чё? Томас Сазерланд. Боты уже здесь, но хорошо ли это? Сэм, помнишь того робота, что ты нам принес? Это настоящий шедевр. Он учитывает все, от ландшафта до типа груза, и каждый раз вычисляет самый быстрый маршрут. При столкновении с тварями он не вызывает существенных выплесков пустоты. Если бы мы разобрались в логике мулов, он бы и от них смог чего там уклоняться научился. А это значит, что все опасности, с которыми курьеры вроде тебя имеют дело каждый день, скоро останутся в прошлом. Тебе больше не придется рисковать своей головой. Что, уже планируешь будущую счастливую жизнь? А я вот сомневаюсь, что стоит сваливать все на ботов. Ведь именно это в свое время привело к синдрому дрона и прочим подобному. По-моему, люди все равно должны как-то участвовать. Это как с машинами. В свое время все помешались на автономности и роботизации. А я вот считаю, что руль должен оставаться в руках человека. Я прав? Наверное, да. Заказ принеси мне темпоральный портер. Спасибо за доставку курьерских роботов, Сэм. Говорят, по пути ты заглянул на ферму темпорального дождя. Ходят слухи, что они там варят какое-то особое пиво. Вроде бы даже используя тот самый дождь для ускорения процесса. Если это так, хотелось бы попробовать. Если они подключены к хиральной сети, может, я могу сделать заказ? Разумеется, пиво на принтере не напечатаешь, поэтому придется опять положиться на тебя. Жаль, что я не смогу угостить им роботов, но должен же быть у людей какие-то привилегии, верно? В общем, я на тебя рассчитываю. Быстрее, Сэм, люди устали ждать. Как там твои оценки, Сэм? Наверное, трудно успевать во всех категориях сразу. Ну, там состояние, количество, мост связи и все такое прочее. Я бы сам во всем этом не точно запутался. Но могу дать тебе хороший совет. Сосредоточься на скорости. В конце концов, при доставке она важнее всего. Вопрос в том, как ее улучшить. Думаю, ты и без меня это знаешь, но на всякий случай напомню. Чтобы быстро доставить груз, надо выбрать самый короткий маршрут. Если, конечно, поблизости нет удобных дорог, по которым можно добраться быстрее, хоть и кружными путями. Как видишь, все не так просто. Но ты, наверное, и так умеешь выбирать маршруты. В конце концов, ты опытный курьер. Кстати, если ты уже уверен в своей скорости, может, попробуешь выполнить особую доставку? Тебе понравится. Между прочим, это полезно не только для клиентов, но и для твоего собственного тела. Оно станет сильнее и выносливее. Ты сможешь дольше задерживать дыхание. Сплошные преимущества. В общем, продолжай в том же духе. И ты в два счета станешь лучшим курьером в мире. Я в тебя верю. Возрождая дороги, ты возрождаешь Америку. Письмо от старейшины. Я смотрю, курьерские работы снова в строю, роботы снова в строю. Наверное, это значит, что дороги становятся лучше. А ведь когда-то здесь повсюду были скоростные шоссе. Одно из них даже называли «матерью дорог».
Люди ехали по нему на запад в погоне за мечтой. Восстанавливая дороги, ты восстанавливаешь мечту, верно? Классическую американскую мечту о том, что успех и процветание доступны каждому. В общем, я не то чтобы одобряю эти ваши UCA и прочие попытки восстановить страну, но если у тебя все-таки что-то получится, я подниму бокал за твой успех. Метеостанция улучшена. Знаешь, формально я даже не отношусь к основному персоналу. Я врач. Меня прислали сюда, чтобы приглядывать за командой. В первую очередь за ее душевным здоровьем. Ну а потом я заодно и грузы разбирать стал. В общем, до того, как мы вошли в хиральную сеть, от метеостанции здесь было одно название. Мы собирали данные о погоде на крошечном участке и не могли их никуда передавать. До выхода вокруг планеты крутился целый флот метеоспутников, которые следили за каждой тучкой и измеряли каждое дуновение ветра. С такими данными легко делать прогнозы. Сейчас все по-другому. Мы не можем посмотреть сверху и увидеть картину в целом. Но Кьюпит и сеть дали нам другую, не менее ценную возможность. Теперь мы можем собирать данные отовсюду, строить по ним более сложные модели и довольно точно отслеживать флюктуацию плотности хиралия. Вдобавок, у нас есть возможность отправлять прогнозы во все города, убежища, выживальщиков и отделения Бриджеса. Наконец-то мы можем делать что-то полезное. Мы у тебя в долгу, Сэм. Йоу, вернулся-таки странник. Да. Ну да ладно, Заныч, я же с удовольствием. Как говорится, надо же еще морально поддержать меня в такой нелегкой битве. Конечно, блин, это что-то с чем-то было. Как ты с последним боссом дрался. И, блин, они такую эпичную музыку вставили под конец, я просто в шоке был. Ну, в «Никому не так», кстати, музыка такая интересная была. Вот, но тут прям ребят постарались. Так, от старьевщика. Уборка мусора. Сэм Бриджес, у меня есть заказ, который может тебя заинтересовать. Рядом с моим убежищем выросла куча мусора, от которой надо избавиться. Есть одна проблема. Часть вышеупомянутого мусора заражена хиралием. Поэтому для безопасной утилизации его необходимо бросить в озеро в кратере, расположенное к югу. Для человека из Бриджес это пара пустяков, но, разумеется, ты можешь отказаться. Впрочем, если ты все-таки согласишься, я определенно пересмотрю отношение к вашей братье. Блин, а я не все вынес оттуда. Но как раз все-таки босс посложнее был, да? Я там конкретно злился на нем. Блин, а я, кстати, пропустил твою битву, да, с крафтом. Потому что я уже пришел, ну, по сути, когда ты с этим, с Минотавром дрался, ну, до него. Буквально там за минут 5-10 до того, как ты до Минотавра дошел. Сэм, ты уже пользуешься подсумками? Сэм, дружище, весь портовый узел тебя просто обожает. Все разговоры только о том, что ты подключил нас к сети и победил ту тварь. Да и я меньше волнуюсь за Игоря, зная, что его окружают такие герои. Кстати, любопытно, ты пользуешься подсумками? В них очень удобно носить пакеты с кровью. А уж ты-то должен знать, как твари ее ненавидят. В общем, если у тебя есть такой пакет, я настоятельно рекомендую запихнуть его в подсумок. Ну, хотя бы попробуй. В конце концов, что ты теряешь? Вообще, раньше подсумки были в моде. Сейчас они встречаются реже, но в свое время курьеры дюжинами сцепляли их на себя и свои рюкзаки, подбирая себе идеальную экипировку. Может, и тебе кто-нибудь когда-нибудь сошьет такую? Возможно. Кстати, это вполне может запустить цикл положительной обратной связи. Ты помогаешь людям объединяться, они за это дарят тебе удобные подсумки, с которыми ты можешь еще лучше помогать людям. Удачи. Притом он босс мидгейма, второй раз с ним проще, потому что знаешь, его у тебя здоровье побольше, на первый раз просто... Это знаешь, как этот, битва со смертью в одной из частей Кастельвании, да, когда, блин, ты первый раз встречаешься со смертью и нифига не знаешь, что с ним делать, у тебя еще всю экипировку отнимают. Это, кстати, вроде бы даже в этом было тоже, и в симфонии, и... Ой, вспомнить бы, в какой еще части у тебя тоже там смертью отбирают. Вот это первый раз не дерешься, блин, офигеваешь без экипировки. А второй раз, когда ты уже всю экипировку собрал, там уровень себе вкачал, буквально там за пару тычек и убиваешь. Так, рассказывать тебе про подсумки, как будто продать. Тебе их очень здорово, здорово. У него свинья. Да вообще. Да тут мне, слушай, мне кто только что здесь впарить не пытается, а? И говорит, какой я полезный там, и принеси мне, пожалуйста, пиво, принеси мне, пожалуйста, пиццу. Искупайся в горящих источниках. Что, Сэм, устал? Я тебя понимаю. В конце концов, ты не машина. Тебе тоже иногда нужен отдых. Да, спасибо, что заметил. К счастью, я как раз знаю подходящее местечко. Горячие источники к северо-востоку от места, где засел старьевщик.
Вроде бы мне говорили, что их вода помогает от запоров и прочего подобного. Мало того, она еще и боль снимает, и нервы успокаивает, и вообще целебная. Интересно, а Биби она поможет расслабиться? Разумеется, не в случае автотоксимии. В любом случае, загляни как-нибудь туда. Главное, что она лечит от запоров. Это мы запомним. Режиссер, мы ходили в кино. Я поигрался с планшетом, который ты мне дал. Он довольно корявый и неудобный, но тем не менее вполне себе показывает все фильмы и картинки, доступные по контракту с Бриджесом. Наверное, от него может быть и другая польза, но я в этом пока плохо разбираюсь. Я тоскую по тем далеким временам, когда люди ходили в кино. Мы вместе смеялись, вместе плакали, вместе дрожали от ужаса. Фильмы были общим переживанием. Но потом началась диктатура планшетов, перевернувшая всю киноиндустрию с ног на голову. Все эти крупные планы и драматические ракурсы, используемые только с одной целью – заставить тебя просмотреть следующую серию. Тьфу! Жалкое подобие золотого века кинематографа. Эпохи больших экранов. Похоже, мне надо было родиться веком раньше. Блин, все так думают. Вот буквально все так думают, блин. Темпоральный фермер. Такого пива ты еще не пробовал. Дорогой Сэм, держу пари, ты снова путешествуешь. А знаешь ли ты, что лучше всего расслабляет тело, ум и душу после тяжелого трудового дня? Конечно же, глоток темпорального портера. Мы наконец начали варить пиво. А, это вот только что я, кстати, выпил, походу. Вот сейчас я его только-только пил. Я думаю, что еще за темпоральный портер, блин. А это пиво, оказывается. Опа. Так, ребят, момент, телефон. Блин, охренеть, все чаще и чаще начинает звонить с этой рекламой сраной какой-нибудь, блин, а. Надо что-то делать, надо, короче, почистить телефон и всех этих поудалять. Так, пиво. Ты вообще пробовал портер? Это такой английский эль, который начали варить еще в 1700-х годах. Он был популярен среди курьеров, которые возили грузы вдоль Темзы. Но почему он темпоральный? Думаю, сам догадаешься. Он сварен из лучшей пшеницы, стремительно выросшей под темпоральным дождем. Ну что, легендарный курьер, не хочешь пропустить бокальчик другой нашего пенного напитка? Кстати, скоро у нас будет не только пиво, но и свежий хлеб. А может даже пицца? Ты только подожди. Ну ладно, подождем. Расслабься с темпоральным портером. Сэм, спасибо как всегда. Высылаю тебе темпоральный портер. Самое быстрое брожение в мире для самого быстрого курьера в Бриджес. Надеюсь, глоток этого пива поможет тебе расслабиться после тяжелой передряги. Оно уже ждет тебя в твоей комнате. Наслаждайся. Вот на игры смотришь и думаешь, если хочешь приключений на жопу, надо быть курьером или стать избранным. На-на. Причем не родиться, а именно стать, да? То есть ты такой, знаешь, живешь там себе лет так 20-30, и потом тебе говорят, блин, чувак, ты был рожден для того, чтобы стать героем. Думаешь, какого хрена? Типичная японщина, скажем так. Infamous об этом, да. Вот теперь Megaman ZX тоже про курьера. Так, все, очки мы взяли, почту все прочитали. Погнали отсюда. Так, мы же не здесь все или здесь забираем, подожди. Если здесь, сразу в терминале заберем с собой. Так, ну-ка, заказы, почта, данные, запрос на ресурсы. Опа. А, заявки на припасы. Отправь заявку, если нужно что-то конкретное. Запросы на ресурсы. Вы можете отправлять запросы другим игрокам, предлагая желающим доставить оружие или снаряжение в определенное место. Если другой курьер выполнит ваш запрос, вы найдете доставленный им ресурс в том месте, которое указали. Прикольно. Прикольно, но нафиг надо. Связь – это другой способ описать твой контакт с другим курьером. Здорово, если Никит. Тебе нужен прочный контакт, подумай о договоре связи. Экран моста связи. Здесь приводится список игроков, с которыми вы взаимодействовали, а также информацию о каждом из них. Вы можете укреплять свои связи с другими курьерами, заключая нитевые договора. При наличии такого договора вам будет проще находить постройки и грузы соответствующих игроков.
Выбрав просмотр своих рекордов и нажав крестик, используйте L2 и R1 для переключения между разными рекордами. Странно. Почему L2 и R1? Обычно как бы, ну, типа L2, R2, там R1, L1. Непонятно. А, нет, слушай, L1 и R1. Да, короче, ничего не понятно. Ладно, сюда мы потом как-нибудь зайдем. А ты, кстати, что-то быстро с этим-то, ну, с другим мегаманом закончил. Просто зашел туда посмотреть и после заставки, получается, вышел. А то я смотрю, смотрю, только думаю, сейчас дальше будешь, а потом смотрю, оба, и стрим уже закончился. Потом продолжишь, да? Босса пролога завалил, и все, я понял. Ну, в принципе, может, оно и к лучшему, потом как бы продолжишь уже. Со свежей головой, так сказать. Что тут произошло? Миша! Ты пропустил, у нас японская, видишь, попса играет. О, керамика, керамика, стоять! Я не могу мимо керамики проехать, блин, у нас так ее не хватает. О, сюда нельзя поместить, блин, сраный байк! Кто, блин, оставляет байк дальнобойного, ну, этого, дальнего следования, а? Мне ж ни хрена не поместить. Гоха помер в этот кратер. Вот видишь, да, видишь, вот. Гоха помер, теперь кратер с водой образовался. Вот, все ты пропустил, Миша. Придется тебе пересматривать целый стрим предыдущий, чтобы застать этот момент. По-другому никак. И ты пропустил всех девушек. Сегодня все, кроме Маши, пришли... Ты не успел их поздравить. Мои соболезнования. А я тебя предупреждал. Керамика через 5 минут выкидывает. Не-не, вот керамику мы с вами не выкинем. Слишком много ее потеряно. Изготовить снаряжение. Вот. Это пистолет для стрельбы гематическими патронами. Они наполнены твоей кровью. Если наткнешься на тварей, он должен помочь. При использовании патроны наполняются кровью из твоего тела или имеющихся пакетов. Количество крови зависит от того, как долго ты держишь спусковой крючок. Чем дольше держишь, тем больше крови потратишь и тем сильнее ранишь тварь. Супер. Только постарайся не обескровить себя, ладно? Постараюсь, но не обещаю. Короче, Миша, так пол, что ты мне платишь 100 рублей и смотришь мой стрим. Ну, в принципе, на такое могу пойти. Так и быть. Я понимаю, как для тебя важны мои стримы, так что, ну, да. Ладно. Так, что еще, ботинки есть? Так, пакет с кровью нужно. Один ремонтный спрей хочу сделать и парочку пакетов с кровью. Три, да, или... Ладно, или четыре. Вот так вот. И ПХК обязательно, вот так вот. Все. Да, изготовить. Я каждый твой стрим-репорт кидаю. Ох, ох, не одобрю. Ой-ой-ой. А мне уже некуда, да, ничего брать? У меня, блин, настолько все. Да, зашибись, у меня просто даже некуда все брать. Сейчас я знаю, что мы сделаем. Блин, тихо-тихо-тихо, только не упади, пожалуйста. Я ничего не уронил. Уронил пакет с кровью, уйди твой налево. Так. Вот мы так с вами сделаем. Груз. Что у нас тут? Пакет с... Блин, один только пакет с кровью можно в подсумок еще запихнуть, да? Что-то я переборщил немного с предметами. Все или можно еще? Нет, да, все.
Говна всякого наделал, блин, а? Возьму ты бан подальше. Прославляет стрим среди модеров Твича, одобряю. Я буду богат и знаменит. Так, я думаю, воздушный транспортер один можно сдать. О, как, видели, как четко я сделал? Так. В личное хранилище давайте положим с вами. Что положим? 1, 28, 27. Короче, вот один тебя положим в хранилище. Ой, металл не хочу сдавать в хранилище. Нет, металла мы оставим. ПХК, ПХК. Пакет с кровью. Раз, два. Ладно, вот эти вот сдадим. В принципе, гранаты гематические. В принципе, все остальное понесем на своем горбу, так сказать. Да? Да. А, стой, у нас же здесь еще что-то. Вот, не переносит. Тебя тоже, короче, в хранилище. Все. Так можно. Ты вообще не видел спины Сэма? Пропустил все. На миксере. Всегда указано, что присутствует оскорбление чувств и разжигание мишани. Также нагота. Как она выглядит? Блин, нет, я тебе сейчас не покажу спину. Нашу голую спину я тебе не буду демонстрировать. Заказы для Сэма. Доставка херальных художниц и старик. Мы сейчас художницу будем доставлять старьевщику, ребят. Вот она, блин, пипец. Стоим повреждения менее 50%. Да, то есть мы можем повредить нашу художницу лишь на 50%, так сказать. Доставка человека. Обращаться осторожно. Удары и столкновения могут привести к травме. Ни в коем случае не бросайте транспортируемого человека. Хиральная художница просит вас доставить ее к старьевщику в убежище такое-то. Курьеры обычно не транспортируют живых людей, но если вы выполняете этот заказ, старьевщик наверняка согласится подключиться к хиральной сети. Вот так. Помню эту игру, с удачей, да? Все, прям настолько все же плохо, да? А можно ее, ну, на поводок и с собой рядом, не? Охренеть, он ее как упаковал. Ты знаешь, в этот раз ты будешь вести живого человека. Не стоит и упоминать, что падение или удары могут серьезно навредить твоему клиенту. Да. Так что прояви максимум аккуратности. Посмотрите справа на портрет ее подробности. Хиральная художница. Вот надо же так человека нарисовать, а? Хиральная художница. Именно она создала хиральные часы. Мешок для трупов, в котором вы ее транспортируете, защищает ее от темпорального дождя. Боже, боже. Буду молиться, чтобы ты на камешке оступился. Ой, а, ну да. О, боже мой, не переносится. То есть это... Не, да ну нафиг, да по... Да. Я понял. Я понял. Классно. Просто, блин. Я все понял, да. Керамика. Прощай, керамика. Да. Вот делать мне нечего, блин. Да понятно, что выгружены будут, я уж понял. Силовой контур, блин. Штука-то крутая, не хочу я ее, блин, сдавать. Хотя, в принципе, если мне оставят эту... Ладно. В личное хранилище тебя пока что. Я надеюсь, что мне подарят эту штуку. Новый контур вот этот вот, ускоряющий. Что говорю, выкладываю свои запасы, я не хочу. Боже мой, какая гадость, а. Ты пешком не можешь дойти? Скажи мне, пожалуйста.
Смотрит она своими глазками на меня. Полуазиатскими. Это не чистокровная азиатка, а. Гайдзин, точно вам говорю. Часы будут у меня, чтобы не разбились. Да? Ну ладно, хорошо. А ты будешь у меня, чтоб вместе с часами разбилась. Ага. Надеюсь, тебе понравится наша поездка. Можешь утопить. Не бойся. Знаете, как в Кавказской пленнице? Сейчас мы ее полностью упакуем. Блин, ну что-то и лицо бы ей тоже упаковал до конца. Знаете, на что я надеюсь? То, что можно на мотоцикле сейчас прокатиться. А где... А, вот он. Вот. Все, все. Ну, получится? О! Фу! Вообще. Расплюнуть. Я видел с ней диалоги, она еле как по-английски болтала, какая-то знакомая Кодзима. А-а-а. Вон даже как. Так, прокладываем маршрут. Да на меня наведи... Господи, как много меток всяких сраных, а. Я видел, как начиналось так же эротическое видео. А я был участником такого эротического видео, тебе скажу. Он даже не эротическое, а нечто другое. Это здесь недалеко, кажется. Ну да, слушай, Зен, по ней видно, как она разговаривает, что да. Увидишь. Смола выходит на поверхность? Что? Тебя может затянуть голову. Яма бездонная. Она типа пророка или что, я не понимаю? Так говорят те, кто сбрасывает в такие ямы загрязненные хиралием отходы. А, она про озеро говорит. Я понял. И трупы. И трупы. Если нет времени на кремацию, выручит смолу. А, то есть мы можем ее сдать, да? Ну, типа выкинуть. Блин, хороший мост, мне нравится. Мост уже по всей игре совсем писи. Да-да, он уже все, мы брат и сват, блин, и дядя, и тетя. Отец и мать. Везде успел подсобить. О, песня заиграла. И музыка. О, нет. Но мне ж туда и надо, да? Да. Больше лайков парню за монстров. Молодец. Ну все, приехали. Недолго музыка играла, недолго Гоша тут балдел. Ему же все гранаты выложили, блин, чтоб тебя просто, девка. Как дорого ты мне далась сейчас, а? Так, ладно. Империя наносит ответный удар. Не то. Вот это вот штука. Ну-ка, давай. Что? Что, прости? Блин, ни хрена оно у меня крови тратит, а? Да. Пипец! Что это за срань такая, а? Я пушку по-другому себе эту представлял. Казалось бы, четко по ногам, да-да. Что-то какая-то хрень. Мне уже не нравится, как она работает. Так, 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 так. Куда? В смысле, в смысле? Вы кого-нибудь видите? Хитрожопая малявка, а? Не! Умер? Умер? Наверное, умер.
да. Отъехал в мир иной. Удачи тебе. Я что-то потерял? А, нет, следы мои. Мы еще херали у него украдем. Надо же человека перевозить, а. Мне кажется, наш не самый легендарный, наш просто самый отбитый курьер. Типа все отказываются, он такой, да, я нормально, я соглашусь, я отвезу ее. Тихо. Нет, меня здесь нет. И тебя здесь нет. Все? Все. Проще парень репа. Нет, я не курьер. Я нормальный человек. Шоссе. А, в принципе, насквозь еще есть. Что? Наполнить круг. А, все нормально. Все хорошо. Все отлично. Нам главное девку отвести до конца. Так, я ж правильно, да. Материал разрушен темпоральный дождем. Балсаган? В смысле Балсаган разрушен? Это же не мой Балсаган разрушен, или мой? Мать... Твою Балсаганью пушку, а? Ну, короче, все, моя пушка приплыла. Либо ее выкидываем, либо просто перерабатываем потом. Зашибись. Сэкоша или Сэмоша. Точно, Сэмоша. Миша, блин. А, вон, кстати, Балсаган другой. Второго уровня? Во, вот Балсаган второго уровня мне нужен, ребят. Пойдем сейчас отожмем у монстра Балсаган. Ты оказался не в том месте, не в то время. А тебя забрать. Пакет с кровью пуст, я понял. Сейчас избавимся от старого. Нормально, быстро справляемся. Смож. Но смож. Может. Да? Так, а можно объехать как-то, да? Я не хочу с ним драться. Я понял, придется. Лаконично. И практично, как бы. Все, отлично. Мы уделали их. Уф, да. Блин, как меня этот тоже забодал уже, а? Кавабанга! Все. Тихо. Дружище, мы тебе девочку привезли. Потеря равновесия при стрельбе из оружия. Вы можете расставить приоритеты стрельбы, открыв меню браслет и выбрав параметры управления, чувств, удержания равновесия. Ладно, спасибо. Все, ты еще не сможешь и под дождиком. Все, слушай, вообще легкая миссия. Я думал там прям, а тут... Выходи давай.
Только не реви, пожалуйста, мужик, только не реви. Ты не ранена? Спасибо, Бриджес. Зови меня Сэм. Ты правда жива? Я хотела сказать то же самое. Так это все-таки не ее отец, да? Я думал, ты погибла. Мама сказала, блин, что ты умер. Ну да, явно не отец. Я держал их при себе всегда. Но 16, после нападения 24. Они сломались. Я думал их починить, чтобы песок снова сыпался. Но это было бы словно уйти и забыть тебя. Что ж, чем я только не слушал. Дальше. Вместе. На под дождик побывал. Если хочешь. Конечно. Под обратным дождем, да? То, опа. Кого я знала, не торговал старьем. Он чинил вещи, и они становились как новые. Он собирал осколки, прилаживал их друг к другу. В этом я тоже мастер. Она его сейчас бросит, мужики. Но этот осколок больше не, смей... не нужен. Важно только время, которое я провела с тобой. Вы нельзя ж так делать, а? У мужика сейчас инфаркт случится. Эти моменты мы будем считать сами. Пипец. Вместе. Ты готов жениться на мне, глупый? Готов. Да. Есть, да. Есть. Сколько херальной пыли пропало. Ты накинулся на бедную, а? И еще кое-что. Что? Помирить с мамой. Ладно. Объясни ей. Мы этого хотим. Помоги ей понять это и принять. Прессо эфо. Она без нас никак, а я без нее. Хорошо. Отношения тоже можно починить. А теперь вези меня домой. Завязывайте, а. Мне аж плохо стало. Ноль процентов повреждения. Посмотрите, какой мы мастер, а. Не повредили девочку бедную. Я бы их. Я проще сразу же утоплюсь здесь, в ближайшем озере. Пятьдесят 6%, 33%. Ну, ладно, я думал, будет хуже. На Би это, в принципе, нормально. Вы получили титул «Транспортник». Ваша целеустремленность начинает приносить плоды. Зашибись. Вы достигли класса 20 в категории «Состояние груза». Теперь вы будете реже терять сознание. Я еще ни разу сознание не потерял в этой игре. Спасибо большое. Я буду делать это еще реже. То есть совсем-совсем никогда. Ну? Прошу, извини за грубость. Я с вами повел себя как скот. Морду бы тебе за это набить. Теперь на самом деле. Теперь попытаюсь начать все с чистого листа. Угу. За вами-то мне, понятное дело, никогда не угнаться. Но я готов вкалывать. Теперь ты мне должен. Если нужно что починить, обращайся. Можете на меня рассчитывать. Вот те ноги, которые ты мне отдал, я их забираю. Все. Надо будет немного привыкнуть, но уже пора. Да. Я забираю твои ноги. Мы примкнем к сети UCA. Я вас не подведу. Обещаю. Обойдешься, сладкий. Мы не забудем. Спасибо. О, сразу два. Блин, я, кстати, где-то видел этот момент. Его то ли на Gamescom показывали, то ли на E3. Вот именно чисто конкретно, когда она тебе два лайка показывает. О, и на тебе еще лайк. У кого-то сегодня будет любовь.
Вон тебе спина голая, смотри, чем тебе не спина? Опа, опа, что-то не то, да? Класс. Еще один район. Старьевщик вступает в UCA. Старьевщик предоставляет данные о следующем предмете. Скоростной контур первого уровня. Вот, его-то мы у него и заберем. Бомба-глушилка. Неплохо. Получены новые данные интервью. Интервью с выживальщиком Старьевщик. Асексуальный мир. Ох, сразу сколько всего здесь у нас показывали. Ну-ка. Сэм, теперь весь этот регион подключен к хиральной сети. Иди в соседний. Чтобы подсоединить южный узел, доставь туда груз из Озерного. А? Я что-то не пойму. Почему вы не подключите их к сети? Пусть печатают, что хотят. Потому что напечатать все невозможно. Ты же знаешь, да? Пища, лекарства, органические соединения, твоя кровь. Что так эффективно в борьбе с тварями? Переслать все это по сети нельзя, можно только доставить. Нападение стало для жителей Южного узла тяжелым ударом. Им нужны припасы из Озерного узла, иначе не выжить. Короче, нам обратно в Озерный, потом вернись в Южный. Верни себе заказ. Да, да. Слово. Сейчас вернусь. Иногда же ты возвращаешься домой налегке, верно? Ну да, а что? Пустые рейсы. Чтобы не терять время, следи за тем, чтобы у тебя всегда был заказ. Хорошо, хорошо. Скажем, вот сейчас пришел один от старьевщика. Угу. Совместный, от него и от хиральной художницы. Так. Для всех будет лучше, если этим займешься ты. Хорошо. Загляни в терминал доставки. Все, будет сделано, шеф. Внимание, Сэм. Внимание. К северу от южного узла обнаружен аномальный уровень хиралия. Ого. Там прошел мощный темпоральный дождь. Значит, там много хиральных кристаллов? Кажется, это какая-то буря, но такой я никогда еще не видела. К северу от чего Хотя, там? Хотя, если честно, и увидеть ее я не могу. Mm-hmm. Буря совсем рядом с лабораторией, но из-за ребенка я не могу ее изучать. Кажется, она пока еще не нанесла урона, но ты не мог да. ею заняться. Только не подходи близко, ладно? Вот это мне нравится уже. Это звучит интереснее. Так. Блин, единственное, что вот эти ноги... Мне другие ноги больше нравятся. Сейчас подумаем, короче. Так, я, значит, наверное, обратно поставлю себе ноги, которые больше грузов в себя вмещают, потому что, блин, ну, как бы бегать-то быстро хорошо, но пока что, блин, пока что не очень практично для нас. Ну это же, кстати, отличается. Да, у нас же обычные, да, гематические, это доработанные. Хиральные ботинки, что? Ботинки ручной работы, покрытие хиралем, очень легкие, наверное, что-то удары, курьер, надеюсь, их может быть уверен, что не развалится по дороге. Ого, ого, ого. Блин, вот это, кстати, круто. Возьму, пожалуй, это и это. Обалдеть. Обалдеть, слушай, да.
А передавайте, а передадим мы свои курьерские ботинки, вот эти вот. Мало ли кому понадобится. Блин, классно. Я прям даже что-то не ожидал. Так. А тебя давайте нет. Нет, нет, все, все, все. Так, значит, делаем сразу же так вот. Переработка. Заказы Сэма. К югу от Озерного. Ну да, доставка прототипа. Степень повреждений. Ну-ка. Доставьте прототипы, изготовленные старьевщиком херальной женщины. Ага, 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 ага. Хорошо. 45 килограммов. Пользуйся этими крошками, чтобы оглушать врагов для передышки в бою. Угу. Помни, снаряды срабатывают при попадании. Они обездвиживают все живое в пределах радиуса поражения ударной волны. Неплохо. Но только живое. Против тварей они тебе не помогут. Да я так и понял, я ж не совсем дурак. Одну штучку мы с вами сделаем. Там же 5, я так по количеству наличия 100. Так. Я так понял, что все, давайте с вами, наверное, сделаем этот контур силовой, да? Потому что... Пока что он с вами пополезнее будет. Тем более, пока у нас мотоцикл без груза. Да. Бедняга. Опять, блин, я его перегружаю постоянно. Сразу же. Ботинки второго уровня мы на себя надеваем. Да, надеть обувь. Дальше силовой контур. Используйте активный, да, скелет. Все верно. Хиральные ботинки мы цепляем на карабин. Так, на руках все зацеплено. Отлично. Так. Стойками. Так, 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 так. А пакет с кровью я еще один сделал. Ну ладно. Так, это все или что-то еще можно сделать? А до него дороги здесь не сделают, да, пока что никакой. Ну что, поехали выполнять миссию. Так, единственное, хочу посмотреть, там же какое-то еще задание было тоже, да, Каспиду делать южного этого. Чем проверим заодно. Так, стандартные заказы. Нет, мастер, нет. К югу вот это можно, а вот это нельзя. Все, вот это вот еще берем. Подтверждаем. Старые запи... А чё так много их, блин? А, мне все хватило, да? Отлично. Прям по максимуму, кстати, мы себя загрузили, походу. Очень хорошо.
В личное здесь больше ничего нет. Личное. Не, все, отлично. Единственная проблема, да, нам надо сделать как-то так, чтобы проехать мимо мулов, и чтобы они с нас ничего не сняли. Конечно, будет сложновато, но все равно реалистично. Так вот, когда мы приезжаем, мы лайк, что ли, даем, не? Нет, вряд ли. Ладно. Режиссер? Нет, ну до режиссера я сейчас не поеду же, да? Он далеко находится. И у нас и места, в принципе, нет уже. Вот все это добро. Вперед, демон, скорость, чтобы не развалить, пожалуйста. Так, бомба-глушилки. Приготовьте предмет с помощью лаза, затем удержите обсветительный лаз для броска. Бомба-глушилки парализуют противника электрическими разрядами и могут временно обездвижить транспорт. Круто. Еще один мост тут построил, зашибись. Пока нас не было, тут еще один мост возвели. Мне главное успеть радар свой включить. Блин, я не понимаю, когда мне его активировать надо, а? Ой-ой-ой-ой. А, я понял, ладно, я в ловушке. Тут мост не самый удачный был. Что здесь взялось-то? Все? Справились? О, за мной там автомобиль гонится! Я его и не приметил совсем. Ой, мы поженились. Валим, 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 валим. Все, супер. Так, кому-то пригодился вообще мой этот-то, не? 4 лайка, так, кому-то пригодился, отлично. Ой, это так приятно, когда меня ценят. Это что за фигня такая? Ух, нифига, ребят, у вас поход тоже, да, сейчас все повисло, блин. Я думал, сейчас из приложения нафиг вылетит. Так, стрим-то нормально, не дропнулся, я надеюсь. Вроде все нормально, да?
Доставка, блин, нифига я тебе столько всего привез-то, а? Издалека пришел, да? Конечно, издалека. Надеюсь, груз не пострадал. Неплохо, неплохо. Не зря это дело поручили тебе. Так, в личном помещении доступна новая функция — модификация рюкзака. Вот это полезная штука, мне кажется. Пойдем сейчас проверим с вами сразу же. Отлично. Томас Сазерленд предоставил данные о следующих цветах транспорта. Желтый армейский хаки, флотский синий, волчий серый, маскировочный черный, мне нравится уже. Оранжевый Бриджеса, кроваво-красный, сигнально-зеленый, призматический фиолетовый. Супер, супер. Еще нифига себе, мы там увеличили у себя запасы, а. Это по-нашему. Долгий поход, так, трофей получен. То, что ты принес, двигатели и сумку. Так. Это не то, что обычные товары. Новый дизайн, ты же слышал? Не совсем. И все это сделал старьевщик? Да. Я слышал, что он профи, но все равно, это отменная работа. В смысле, но все равно? Я сообщу и ускорю процесс оценки. Давайте сразу же мне тогда что-нибудь на пробу-то, не? Эй, я только что получила результаты тестирования тех прототипов, которые ты доставил. Похоже, оба интересны. Двигатель сразу всех поразил. Они едва поверили, что он создан из мусора. Его можно быстро установить на модифицированный грузовик. Они сразу связались со старьевщиком, и теперь он есть в списке доступных для изготовления припасов. Вот это интересно. А сумки, они тоже хорошо отзываются. Контракт уже подписан, а сумку ты найдешь у себя в комнате. Супер, вот это по-нашему, да. Если захочешь изменить рюкзак, придется зайти в твою комнату. Зайду, ничего Надеюсь, страшного. Ты оценишь, что эти двое для тебя сделали, и испытаешь новое снаряжение. Да прямо сейчас. Погнали. Отлично. Я хочу новый рюкзак. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал. Ну что, испробуем новый рюкзак? Отрубился, бедняга. Все. Доброе утро, Сэм. Сбор крови завершен. Спасибо за щедрость. Сэм. Знаешь ли ты, что рюкзак можно модифицировать в личном помещении? Не знаю. Почему бы не взглянуть? Так. Изменить с тобой схему. О, даже схему можно изменить. Ну-ка. Черный. Вот да, черный будет четко прям под нас. Маскировочный черный. Мне нравится. Изготовить модули. Подсумок для гранат, запасной аккумулятор. Ох ты, ох ты. Подсумок для переноски гранат. Его использование позволяет освободить место в рюкзаке для грузов. Вдобавок он защищает гранаты от ударов и темпорального дождя. Вы можете использовать несколько таких подсумков одновременно. Будьте внимательны, если вы выложите подсумок из рюкзака, его содержимое будет помещено в ваше личное хранилище. О-о-о-о, вот это круто! Вот, это мне нравится. Фу, блин, прикольно выглядит, да? Ну все, пошла жара, пошла. Аксессуары? Ну-ка, сейчас.
Ага, ну все, здесь все. Ну вот так еще, да, раз я своего граната люблю носить. И вот так. Так, а тебя, подожди, ну-ка, переместить. О, вот даже как можно, да? Интересно. Ну, это никуда уже не поместится у нас, да? Да. Так, аксессуары, вертушка. Маленькая вертушка, которая обожает Биби. Она поднимается... А, она поднимает им настроение и снижает уровень стресса. Блин, классно. Понавешали всякого говна на себя сейчас. Пьем, пьем, пьем. Пиво нам надо. Туалет. Сразу же сходим и в душ, и в тот, и в другой туалет, чтобы уже можно было нормально отправиться в наше приключение. И давай-ка Биби еще. Сморила, да? Связь Биби укрепилась. Отлично. Уровень связи 2,5 звезды. Круто. Эй, привет. Че, тебе там интересно, да? Что-нибудь новенькое сделаешь? Все, да? Он даже с нами теперь разговаривать не хочет, да? Все, укачали, теперь он спит. Да. Все. Усыпили приятеля нашего. Нам же письма пришли. Сейчас почитаем. Замучал, да, замучил я его, да. О, сейчас пойдет опять, походу, да? Веселуха. Ну-ка, что у нас тут? Снова выпивает папаша. Так вот. Я раздобыл кое-что особенное. Ты мне подлить хочешь или что? Это Арман Троше Гран Крю. Как вырастешь, дам тебе попробовать. Тост за Лизу. Ля толстая. Из-за тебя. Да, выпиваем. Сойдет. Верно. Сойдет. Какой ценитель-то, посмотри на него, а. Сам рекламирует безалкогольное пиво, блин, нулевку. А еще на такой, ну, на шампанское сойдет. Ой, да уж. Так, что там были за письма у нас? Давайте посмотрим. Посылка для выживальщицы. Сэм, у меня для тебя заказ. Тут есть одна выживальщица с необычным талантом. Она называет себя косплеером.
и, по-моему, может нарядиться вообще кем угодно и чем угодно. Очень полезное умение для модельера и портного. Но сейчас ей срочно нужен швейный набор, чтобы закончить очередной проект. Не мог бы ты его найти и доставить ей? Уверен, она найдет, чем тебя отблагодарить. Спасибо. Мы поженились. Как дела, Сэмчик? Ты там, наверное, уже больше 1000 миль протопал. Не пропадай, ладно? Тебе, наверное, там так одиноко. В общем, я хочу сообщить, что мы, сыграли свадьбу. Знаю, знаю, в такое время не до церемонии и все такое. Но мы нашли священника в хиральной сети, принесли обеты и, в общем, вот. Может, это и глупо, но те улыбки, которые мы видели на лицах того, стоили. Спасибо, что сделал это возможным. Слов нет, как мы тебе благодарны. Сэм-чан. Сначала Сэм-кун. Потом Сэм-чан, да. Пожалуйста, присмотри за ними. Дорогой Сэм, у меня чудесные новости. Моя дочь выходит замуж. Но только ты не удивляйся. Мы ведь на самом деле не родственники. У меня никогда не было ни мужа, ни детей. Я усыновил ее 5 лет назад, когда ее родители погибли. Они были из Японии. Она почти не знала английского. Но мы решили эту проблему. Забавно. До того, как мы встретились, я думала, что обречена на одиночество. Но после того, как я увидела ее, все изменилось. Я почувствовала, что должна ее защитить. Следить, чтобы никто ее не обижал. И в итоге сама причиняла ей боль своей гиперопекой. Я старалась держать себя в руках. Но вот моя дочь наконец обрела самостоятельность. Я счастлива за нее. Теперь я могу только молиться и надеяться на лучшее. И, я была бы очень благодарна, если бы ты присматривал за ней и ее мужем. Просто проверял, все ли у них в порядке. Хорошо. Хорошо, мать, все будет. За пределами Америки что-нибудь осталось? Сэм, еще раз спасибо тебе. Ты очень много сделал для того, чтобы наша метеостанция продолжала работать. А хиральная сеть – это просто чудо. Если ты продолжишь расширять покрытие с помощью Кьюпида, мы скоро сможем следить за погодой всего континента в реальном времени. Нам по-прежнему не хватает данных об остальном мире, но с этим ничего не поделаешь. И, может быть, это пустые мечты, но я все еще надеюсь, что когда-нибудь взглянуть на Землю из-за облаков. С ума сойти. Мы до сих пор не знаем, что творится в других регионах мира. Может быть, выход уничтожил все, кроме Америки. Может, мы одни окружены хиральным веществом, а весь остальной мир продолжает жить без нас. А может, от всей этой чертовой вселенной вообще ничего не осталось, кроме нас. Крошечного островка посреди пустоты. Ладно, последнее. Всего лишь дань моему пессимизму, но мы действительно ничего не знаем. И чтобы это исправить, нам надо подключить к сети весь континент. Ты наша надежда, Сэм. Единственная надежда. Хреновато решили. Да, это я же говорю. Гайдин. Самый настоящий. Так, а нас же мать попросила куда-то... Блин, а где же она сказала? Эта зона-то находится, а? Она сказала, что где-то то ли к югу от чего-то, то ли к востоку от чего-то находится. Это буря. Какая-то буря в стакане. Ну-ка, заказы. Данные, интервью, советы, журнал, карт памяти. Что ж она сказала-то? Хартман, дай Хартман. Блин, короче, мать сказала, что где-то проходит буря. Что? А. По-по-по-по-по, Миш, ты тут? А? Или тут-то тебя нету? Блин, где эта буря может быть? А мне что-то прям даже интересно стало. Надо потом к Питеру еще заехать, к нашему алкоголику. Где же она сказала, буря-то это находится? Темпоральная ферма. Походу, не здесь нифига. Ладно. Посмотрим, что там за заказы у нас.
заказы для Сэма. О, доставка швейного. Ну, блин, ну... Ладно, сначала отвезем, да, ей заказ. Это же новый человек, по идее, косплеерша у нас будет. А потом уже поедем опять к Озерному и вернемся. Оттуда напрямую уже в Озерный узел. Да. Грузовик хотел, чтобы мы сделали, да? Ну, нет, у нас же есть чем. Нет, спасибо. У нас вон есть обратный трицикл. А это вообще черный, да? Мне нужен обычный, мне не нужен дальнобойный. Вот. Забрать транспорт. Отлично. Поехали. Все. Этот набор включает в себя иголки, нитки, булавки и другие швейные принадлежности. Супер. Все. Да, отправиться в путь. Мы с вами вооружены. У нас теперь с вами крутой рюкзак. Кстати, вот, да, раз у нас есть крутой рюкзак, то мы сразу так и сделаем. Поместить в подсумок для гранат. Да. Подсумок, да. Так вот. И тебя тоже в подсумок. Блин, как круто сразу же освобождается место-то, а. 2, 3, 4, 5, 6, 7 у меня, да, их по идее. Да, 4 из 7. Так. ХК мы кладем. Прикрепить костюм раз. Да, скоростной контур мы нифига не можем, да, прикрепить, да. Пойдет, все, супер. Интересно, что это за задание было у нее? Смотреть на какие-то там. Непонятно. Так, где у нас косплеерша? Вон она, да? Я же, кстати, не дошел уже эту дорогу, не? Насколько она у нас вперед идет? Так, 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 так. А, не, все нормально, все хорошо. Все, спасибо. Да, мне все спасибо. Ну-ка. Сколько нам здесь что надо? Девятьсот из хиральных кристаллов. Короче, 200 металлов и 3200 керамики. 200 и 3200. Охренеть. Это очень много. Что-то как-то у меня ПХК не устанавливается, да? И дождь начинается. Ну какого рожна-то, блин, а? Только этого мне здесь не хватало.
склад построил. Нифига себе. Короче, нам нужно много керамики и много этого металла, чтобы дальше дорогу построить. Пошли сбегаем. А, это даже тоже продолжение дороги у нас здесь, да? Нет, тогда мы нафиг сюда пока не пойдем. Это тебе. На, больше лайков. Сегодня хороший день. Спасибо за помощь. Чё-то не понял, где ни керамики не валяется, ни металлов. Там даже удивительно. Кристаллы есть. Не хочу в этот лабиринт каменный заезжать. Гадское место. Отвратительное, я бы сказал. Выруливать каким-то макаром. Что? Спуск. Могу спуститься, не разбив свой мотоцикл, да? Я очень на это надеюсь. Да, могу. Я вижу спуск. Пускай резкий, но спуск. Почти доехали. Нифига себе она забралась в такое место, а? Стоп, 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 а как я потом отсюда? Нет, стоять. Все, на спину. Я просто боюсь, что я потом отсюда не выехать не смогу. Да, не зря. Прям как почувствовал, что не надо дальше заезжать, иначе все, кранты было бы. Фух. Доставляю груз. Ну, покажи себя, косплеерша. Ого, Ва, ты пришел? Ё-моё, девчонка. Себе, что наверняка будут царапины, но, оказывается, я ошиблась. Да, еще как. 0% повреждения. Так что, оформишь? Да. Когда я упоминаю тебя, мой партнер оживляется и начинает говорить, как ему охота с тобой познакомиться. Нифига себе. Его тоже очень интересует хиральная сеть. Он за нее и все такое. Но у меня как-то пока это все не уложилось в голове.
Да и не надо, все Я хорошо. просто хочу сказать, попробовать я готова, но только без каких-либо обязательств. Короче, Если это понятно. можно. Без UCA. Если да, то окажешь мне честь? Без обязательств, без всего, да? Вот так всегда. Отлично. Еще одна нить открыта. Косплеерша заключает контракт с Бриджесом. Ой, господи. Ты кто такой? Добро Странствующий ведущий. В летний дом у водопадов. Ё-моё, приятель. Спасибо, что пришел. Давно хотел познакомиться. Я знаю, о чем ты думаешь. Да. Это у меня выдра на голове? Или я просто рад тебя видеть? Кошмар. И то, и другое. Кошмар. Выдры из того же семейства, что норки и хорьки. У меня в семье тоже есть хорьки, но не будем про моего брата. Походу, он с головой не дружит, да? Ого, ты крут. А ты знал, что выдры легко обходятся без суши? О да, они все делают в воде. Едят, спят, рожают. Только одного они там не могут сделать. Утонуть. Потому что они так хорошо плавают. Шутник. Ладно. Да уж. Тебя рассмешить еще труднее, чем его. Кстати, на-ка вот возьми. Тебе пригодится. Мне такая шапка не нужна, там спасибо. Мне не нужен капюшон. В капюшоне я смешон. Да ладно. Прикольно же срифмовал. Классно звучит. Ну, эй, у меня ж 12 лет ни одного зрителя не было. Господи. Да. Сплоховал, малец, сплоховал. Нет, ну я же сказал, не нужна мне так... Твою же налево, а. Косплеерша решила выразить свою благодарность. Она подарила вам капюшон выдру. Спасибо большое, сестра. Кстати говоря, этот капюшон сшила моя напарница по косплею. Я уж так и понял, да. Она мастерица. Тройной стежок. Шелковая ткань. Кудесница. Надень его. И ты тоже сможешь без страха скользить по стремнинам. Если только не боишься выглядеть секси. Да? Нет. Серьезно? И да. Сейчас нет? Знаешь что? Ладно. Уходи. Просто уходи. Да. И дружи тогда с рекой. Смеху-то. Что ты несешь, приятель? Что ты, блин, несешь? Уба! Здравствуй, дорогой. Как ты, дружище? Мне тут выдру только что подогнали. Так, между делом. Доставка. Полсугаска. А, не, подожди, а кому это? Блин, ну я ж себе хотел его, а. Нет, я не буду болсаган. Теперь болсаган мое оружие. Я не буду его никому доставлять. Все. Все. Я ласково называю этот капюшон выдрочка. Да. Слушай, а почему бы нет, да? Так, заберем. Заберем. У меня теперь есть подсумки. Поместить в подсумок для гранат. Отлично, блин, я вообще красавчик. Так. Что у нас тут есть? Выполнить заказы стандартные. Так, ну... Это мы сами выполним. Мы обратно туда едем, потому что качественное белье это классно. А крем для рук. В студии хиральный худой. Это, блин, пусть робот. Стоп, это робот. Крем для рук доставит робот. Разворачиваю автономного бота курьера. Здоровье. Давай, давай, выздоравливай. Болеть-то сейчас не надо. Ты чего? Сейчас, блин, весна начинается. Болеть вообще не айс. Ты же знаешь, что такое на брейн был? Нет. Честно, не знал.
Но у него явно большие проблемы с юмором. Выбрать. Получить. Сколько там, много или? Высококачественное. Ага, высокоэффективное белье. Нижнее белье с термоконтролем, компенсацией усталости и другими ультрасовременными функциями. Очень нравится сам. Блин, слушай, мне бы такое белье тоже не помешало, а. Прям очень-очень не помешало бы, честное слово. Заказ назначен. Последний сезон Симпсон подтверждает его проблемы с юмором. Оружие разрешено. Там Симпсоны живы, живут и жить будут. Так. Если мы заказ забрали. Опять дождь. Нет, ну нет, ну нет. Я столько проехал мимо этого дождя. О, восстанавливаем. Штука полезная, да, мне нравится. Спасибо, приятель. На тебе больше лайков. Спасибо за помощь. Сегодня хороший день. Это тебе. Спасибо вот за так помощь. Вот. Так. Так, так, так. Чё у нас там? Здесь у нас ничего такого больше нет. Единственное, что можно еще раз приехать к старьевщику, но я не уверен, что мне что-то полезное из заказов даст сейчас. А снова через твари ехать я не хочу, честно скажу. Так что поехали сразу, наверное. Туда. Так, стоп. Подожди, а тут кто-то еще, наверное, живет, значит, да? Тут кто-то еще живет, такого мы даже не знаем с вами. Хм. Так, ну тут, понятное дело, мы тоже нифига не знаем, но вот тут интересно, кто живет. Дорогопрокладчик трасса. Блин, у меня нет столько. Керамики 2000, 2600 этого. Блин, у меня вообще нифига ничего нет такого. Ну как плохо-то, а? Нет, 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 нет. Да стоп, я не хочу там на мосов. Ладно. Все заметил тенденцию по сравнению с праздниками не только лишь женщин. Ну не знаю, не знаю. Мы так с друзьями можем пару раз шуткой такой перекинуться, но как бы я... Потому что это именно женский день. Все там поздравления мужчин, которые как женщины, но не как бы, блин. Так, там можете называть меня гомофобом и прочим, и прочим, но женский день — это женский день. Кто себя ощущает как женщина, извиняйте, не родились такими. Я еду сюда только для того, чтобы металлы своровать, честно. Просто нужны металлы, металлы. О, там еще что-то можно распределить или отогнать. Ну вот, вот, да. А то вообще берут, порочат такой замечательный день. Блин, с этим экзоскелетом у меня ноги слишком толстые получаются. Конечно, тот вообще крутой, который на скорость влияет. Но, блин, вес в два раза уменьшается. Стимулирующие напитки. Режиссер. Очень интересно, зачем мне такие напитки? Опачки, опачки. Да нифига. А туда страшно, блин, заезжать. Нет, туда не поедем. Мне там страшно. А то потом еще не... О, радуга прям здесь? Что? Офигеть. Это было круто. И
Я брал игру по предзаказу в первый день, так что у меня золотые вещи есть. Они, кстати, что-нибудь дают или только, ну, визуал? Или какие-то все-таки бонусы от них еще есть? Не, конечно, не спорю, золотой цвет выглядит классно. Они более... А, более долговечные, блин, это круто. Просто да, вот если там сравнивать вещи, которые вот у нашего злодея, у этого Хикса или как его там, то, конечно, выглядит это очень круто. Так, это мы тоже подберем. Ну, как бы мне и черный заходит. Так, спецсплавы. Блин, да мне нужны металлы и керамика же, но... Игра, я, конечно, все понимаю, но давай как-то будем подстраивать все-таки под меня, а не я под тебя. О, пожалуйста. Слой контрабочный от куриными. Да-да-да, ну посмотри, реально, блин, а? Жопку в раза в два они мне увеличивают. Так. Блин, там зеленая трава, оказывается. Смотри, как классно, а. Я ж, ну, упасть туда я, конечно же, не хочу. И там керамика, металла, блин, а. Знать бы заранее, но я не знал. Все. Да, нам туда надо. Все, поехали. Все. Тебе не нравится булки рыться? Не-не-не. Я не по мужским булкам. Я не понял, как вот эти штуки глушить-то, да? А, вот я сейчас заглушил, по идее, да? Да? Да, сигнал вражеского ска... Блин, охренеть, все, я научился нейтрализовывать вражеские сигналы. Я крутой. Не-не, я знаю, что Адрадеком надо глушить, я просто не понимал как, потому что я нажимал, когда уже сигнал отправлялся. Вот. И типа не получалось, не срабатывало. А теперь я просто понял, что это все из-за того, что надо было до этого отправлять их. Тихо, не падай. Блин, да чтоб тебя. Немножко я ударился. Блин, урон все-таки есть небольшой. Одна из концепций Франции. Доставка. Все достаточно. Чего вы меня тут гоните? Все хорошо. Студия херальной художницы. А, ну блин, я сейчас туда не поеду. Нет. О, спецплавы опять. Сколько я спецплавы здесь набрала? Приличное множество. Пацаны, ни одной керамики, одни спецсплавы и, блин, и все. Я, кстати, спрей всего, ну, раза три, наверное, расходовал, 4. А теперь удобно, теперь вот эти вот есть зонтики от темпорального дождя, убежище, укрытие такие. И вот они тебя сразу же спреем покрывают. Это, ё-моё, сейчас я бы заболтался бы и как плёкнулся. Демон скорости, блин. Ага, я понял, я, блин, заехал. Так. Ладно, я понял. Вот, вообще шикарно, посмотри, пресная вода, блин. Ох, сейчас мы, ребята, вам тут делов-то наделаем, блин. Грузов привезем. 5 звёзд заработаем, прям, что ты. Лучший курьер на районе. Ему даже никто лайк не поставил, да, бедняга. Давай я справлюсь с положением. Сегодня хороший день, мы тебя похвалим. Спасибо за помощь. Максим Кидык делал клип, где я на мотике солюсь. Блин! Я не знаю, сейчас тоже должен высунуться клип. Я, кстати, не знаю, почему бот не работает. Или подожди, он выше присылал клип, нет?
Не, слушай, сейчас я секунду прям. А, не, все, есть он, клип он присылает нормально. Что-то очень долго не присылал. Там тоже был клип, когда я, блин, очень неудачно с мотоцикла свалился. В итоге у меня мотоцикл развалился прям подо мной, можно так сказать. Это была моя первая потеря мотоцикла. Я сейчас не сделаю еще один клип, где я второй раз его потерял. Это было еще забавнее, когда я решил проверить глубину у речки. Угу. Ну как, я нашел идеальное место, где можно проехать в реке. Потом у меня мотоцикл немножко решил назад буксануть из-за дождливой погоды. Я отправился в очень классное плавание. Прям вообще в обалденное плавание, я бы сказал. Я потом возненавидел все и вся. Соответственно, мотоцикл я уже достать его не смог. Настолько обидно, что смешно, короче. Это самое время перейти эту реку, бро, да. Та еще срань была. Да нет у меня никакого оружия, ребят, я мирный житель. Воу, туда, туда, да, классно, классно, да, сюда. Вот он, лучший курьер. Все нормально, Сэм? Да все зашибись. Выглядит отлично. Снимай шляпу. То-то же, то-то же. Ой, что-то устало. Эска. Еще бы. Томас Сазерленд предоставил данные о следующем предмете. Грузовик дальнобойный. Ох, я, блин, с водопадом тоже у меня там отдельная фишка была. Но я как-то справился там. А, я в другой, я по другой стороне объехал, да. Я не стал около водопада проезжать. Я прям вокруг объезжал. Да, да, я себя берегу. А чё так мало? Я думал, сразу же 5 звезд дали. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал. Так. Личное хранилище. Пакет с кровью поместить в подсумок. Все, да, у меня же там 4 подсумка должно быть, да? Да, все, пакет с кровью, 4 подсумка. Так, а теперь вот это все, стоп. Металл спецплавы, спецплавы, спецплавы мы убираем. В личное хранилище. Все, да. Мне срочно нужна керамика, много керамики и много металлов. А у меня нет, у меня есть что-то еще не 5 пока что, блин. Стандартные, куда это инженер, старьевщик, ну блин, ну старьевщик, как я к тебе сейчас, нет, к старьевщику мы сейчас не, разве что к мастеру можно попробовать. 120 килограмм, ну охренеть теперь, а. Инженер. Ну, инженер у нас, в принципе, по пути будет. Чё у тебя там? Диски важно количество, достать как можно больше запрошенного груза. Достать один или более низ требуемого груза построен. Так, а что ему нужно-то? Что тебе нужно, мастер? А, силикон. Доставка металла, блин, еще, да? Инженер. Ну, попробуем, что. Да, старьевщик может был дроид, но у меня сейчас пока все дроиды заняты. К сожалению. Блин, слушай, может нафиг попробовать этот себе сделать, а и на нем отправиться. Ну, раз мы грузы прям перевозим, да? Или
Не, ладно, трицикл побыстрее будет. Мне не нужен дальнобойный, мне нужен... А у меня же там есть рядом, чё вы? А, ну не на подъемнике просто, ладно. Охренеть, а чё такие большие-то они, а? Ой, а можно назад? Давайте я всё-таки транспорт сделаю. Я чё-то передумал. Обратно, трицикл, грузовик, дальнобойный. Блин, у дальнобойного же этого мало, да, будет? У дальнобойного будет меньше места для погрузки. Нет, значит обычные. Вот так вот, да. О, грузовик берем, все. Ух ты, а он закрытый? О, блин. Сходи в убежище отдохнуть. А мы ж только недавно отдыхали, вроде. Погрузить в транспорт. Блин, а там не видно, сколько там помещается. Или там прям все можно забить. Ну-ка. Короче, да, мы все забили. Отлично. Ой. Так, попробуем сейчас что-нибудь еще в общем хранилище забрать. Может, там что-нибудь будет. Круто. Не то. Посмотрим общее хранилище. Мне бы металлов всяких понабрать, керамики и прочего. В крайнем случае отсюда позабираем. Так, общее хранилище, получение. Утерянный груз. Инженер. Старейшина нет. Метеостанция нет. О, металлы. Хи-хи. Это заберем. Погрузить на транспорт. Отлично. О, здорово, Алекс. Там дальнобойный вроде даже более грузоп... Да ладно, блин. А... Ну ладно, в следующий раз тогда. Пока что на обычном поедем. Я что-то не рассчитал, походу. Так, а в личном что у нас тут? А. Спецсплаву только. Нет, спецсплаву нам сейчас не нужны. Добил? Слушай, мои поздравления. И как тебе, если без спойлеров, по ощущениям, впечатлениям, забрать материалы? Металлов много. Давайте металлов возьмем. Блин. Ну ладно, 1000. Керамики возьмем. 640. 320. Вот так вот. В грузовик. Все, погнали. Нет, Рогалакс еще не добил. Пока еще не. Нам меньше половины, кстати, уже осталось. Я хотел сегодня, на самом деле, в нее еще поиграть, но я думаю, что все-таки на завтра перенесем. Сегодня же Death Stranding постримим так основательно, а завтра можно будет в РГшечку пойти. Так, ну-ка. Сейчас мы машину нашу немного вперед отгоним, а мотоцикл, короче, поставим назад и в гараж отвезем. Чтобы им могли другие люди воспользоваться. Так. Вы тоже перепойти, что ли? Еще на часов 100, да? Он много взрывает мозг, в конце очень много касцена, диалог, как будто фильм смотрит, блин, но это, блин, в духе Кодзимы. Один только Metal Gear вспоминай, блин. Тоже четвертую часть, где, блин, практически все, да, построено на видеороликах. Так, гараж. Сдать на хранение, все. Подтвердить, да. Все, погнали. Теперь у нас есть крутой транспорт. Нам нужно строить дороги. Сканирую. Счастливого.
Главное нам эту дорогу с вами найти. Всегда тебя рад. Так, кто у нас там? Там мастер. Можно нормально проехать, да, как бы? Ага, можно нормально. Он оставил свой мотоцикл уже. Интересно, кто-нибудь видит? Кто-нибудь видит? Ну, один, по крайней мере, слышит. Так, а мне в дорогу здесь делать как бы не? Нигде нельзя? Кстати, не сейчас проходил посреди игры, не стал столько по сюжету идти. Зачем в машине с дорог нет? Надо. Попытаю еще одного раза. Так, главное, я потом не забыть. Вовремя просканировал. Главное, потом не забыть мне тоже посмотреть это видео. Опа, 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 опа. Мы заезжаем на территорию. Фух, успели. Отлично. Нет! Гадская. О-о-о-о-о-о-о! Тихо. Что за рисовые поля, блин, а? Нет! Срань такая, ну иди сюда. Ну все, мулаки, да, да. На. Пошел. Так, полетел в воду. Где еще один? А, вот он же. Давай, иди сюда. А? Слушай, какой, смотри, а. А я вот так вот у меня, смотри. Опа! Да ёп! О, ну твоя мать, а. Мои металлы. Все что творят вообще, а? Иди нафиг. На. Давай драться. Я кого-то слышу! А ты откуда срань дикая вылезла, а? Так, ну, это пипец просто. Да посмотри! На, все. Промахнулся. Засранец. Как много-то, а? Керамика. Во, сейчас вы мне тут все свое отдадите, добро. Не на того напали, говнюки. Я бы даже сказал говноеда, но это как-то слишком будет. А куда это вы бежите? А ну иди сюда. А-а-а, не туда пошел, засранец. На. Ой. А ты плавать-то умеешь? Ой. Ну, мне кажется. Если не умеет, это... Это что такое? А, у него, смотрите, у него, короче, вокруг шеи этот спасательный жилет. Ну, типа этого. Классно, слушай, типа, чтоб не утонул. Иди сюда, иди. Круто сделано, а? Так, чего там писали-то? Ну-ка.
В какой-то момент было будет злее с огнестрелом, я их обнул. Локат он также до себя отпалил. Просто с дёром бежал, как на войне под свист пуль. Я не знал, что Сэм так может из машины прыгать. Вот, видишь, может. Еще как может. Пивной залп неистового уважения. Бечевка нас связала. А? Иди сюда. А, это я. Все, это звук просто с правой стороны у меня, понятно. О, видите, вон, она надулась, чтобы не утонул. Блин, классно. Ну, типа, даже они боятся, что этот всплеск произойдет. Так, смолу свою отдай. Ну, слушай, неплохо, мы со всеми расправились. А теперь бы мне найти место, где мы можем дальше нашу дорогу проложить. Было бы замечательно. А, дорога вон там, я понял. Да, классно. Надо было немножко правее поехать. А, да, мы так не поедем. Так, а если мост построить, не? Будет же круто, да, если кто-нибудь здесь мост построит крутой какой-нибудь. Типа я, например, не? Так. А, у меня ПХК только второго уровня. Ладно, ну допустим. Мост. Какой-нибудь обалденный, не? Давайте сделаем. Ну, я надеюсь, он нормально будет построен, не? Вон там, да? Вот, да. Блин, надеюсь, мне хватит материалов на него. Здорово, Редбулк. Ты будешь шарить. Мой личный грузовик, да, он еще и черный. Но мостовик за работой. Я даже уже встать на него могу, да? Нет, я на него не могу встать, ладно. Блин, я надеюсь, мне хватит материалов. 800. Что там надо у нас? Ну-ка. Сейчас все будет. Завершить постройку. Угу, 800 металлов надо, да. Еще 600, короче, надо. А у меня нет там 600. У меня только 1000 сразу же, да? Или подожди, или есть? Ну-ка. А, нормально. Слушайте, все, живем. У нас сейчас будет крутой мост. Где-то там далеко-далеко есть земля. Где мы построили мосты и зарядили всем звезды. Да, завершаем постройку. В смысле? Не понял. Я что-то не понял. Завершить постройку. Так, стоять, что ты? Вот у нас есть, вон, все, а что такое? Нет, это металлы для миссии, етить твою налево, а? Ах, блин, вот это гадство.
Это не те металлы. Вот, у меня сразу же 1000. Блин, знал бы, я бы не тратил столько. Ах, чтоб тебя. Чтоб тебя. Мы сейчас просто 400 металлов потеряем, грубо говоря. Это ж того не стоит, а? Это ж того не стоит. Заказчики офигевают с такой наглости. Блин, ну нет, я не хочу столько тратить. Нет, но... А как сделать запрос, чтобы мой мост кто-нибудь потом другой достроил, а? Там как-то можно запрос... Я-то как бы объеду, я найду место, где можно проехать. Как бы вон там лесенка есть, которую я могу сейчас сломать. Чем я, кстати, уже занялся на прошлом стриме. Как-то можно запрос сделать же, да? Что ты там ищешь, Крит? А, мост видно всем, то есть они уже, да, любой может его достроить. То есть мне даже не надо ничего запрашивать, да? Ну, я не знаю просто, я что-то читал такое, но... Поставить метку, а вот, попросить улучшение, вот. Подан запрос на улучшение, все. А, вид от... Ну-ка, вот так ты имеешь в виду, ну-ка? Типа такого, что ли? Пользуется на дороге, не использует туалет не здесь. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, это построить дорогу просто там, где руки сложены. Ладно, вот так вот. Спасибо большое, спасибо. Блин, сами сейчас, короче, мы своим мостом не воспользуемся, но... Блин, ну, распределительные медикаменты... Нет, это сейчас я этим не буду заниматься. Ну ладно, поехали, так уж и быть, ничего страшного. Главное, что мы заложили фундамент и немножко металлов своего потратили. Нам уже должны быть благодарны за это. А, нам все равно, слушай, нам же сюда ехать, нормально, все, все хорошо. Нам вот только вот эту вот речку небольшую преодолеть. Как-нибудь. Будем искать. Так, так, можно проехать? Можно. Все, мы справились. Все отлично. Йо! Это вот эта вот отсылка к этому, да? К Horizon. А я что-то с этим могу сделать, или он просто типа ходит здесь? Исчез, зашибись. Длина шеи, да, блин, пипец, это классно было, но... Ну, он просто как голограмма, что ли, получается? А, просто голограмма, понял, спасибо. Блин, выглядит, конечно, классно. Ой, тут для дороги не хватает, сколько всего, обалдеть. Сейчас надо поближе на транспорте подъехать тогда. Нет, 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 просто подъехать, просто подъехать. Ну, блин, классная голограмма, конечно. Жалко, что как-то нельзя их как-то использовать. Ну-ка. Восстановление.
Блин, как много металлов-то надо, ребята. Это просто шок. Это просто попадос. Да-да-да, я понял, что Horizon отсылка. У тебя, видимо, принцип перфекциониста сделать все и забрать у всех сюда. Чего не отнять, того не отнять. Без этого, как говорится, я не я. Так, нам что, до нас, да? Да, все. Мы почти доехали, отлично. Мастер, супер. Сканирую удостоверение Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз так проверен. Вот. Спасибо. Эй, дружище, я для тебя груз привез. На, и не благодари. Хотя не, можешь поблагодарить. Давно не виделись, здорово. Как дела? Ого, нелегко, наверное, было тащить. Построишь катимизм? Как знать, все возможно. Но Эска. Конечно же Эска, блин, по-другому не может быть. А, ну это чертежи, про. Ну да, у меня же и так есть болсаган второго уровня. Рыскарь, Horizon Zero Dawn, довольный. Классно. Рыскарь бдительный. О, отлично, нам повысили вместимость для материалов. Вы получили титул «Перспективный транспортник». Продолжайте самоотверженно трудиться, преодолевая любые преграды. Кстати, глава компании, продающий Monster Energy, да? Блин, я походу понял, что здесь всех просто впихнули, да? Кого только можно, блин, таких людей, как бы. Достигнут класс 40 в категории разная. Теперь вы будете получать больше лайков. Классно. И это классно. Я кое-что приберег для тебя. Тебе это пригодится больше, чем мне. Надеюсь, это что-то полезное. Полезнее, чем шапочка с выдрой. О, мастер решил выразить вам свою благодарность. Он подарил вам доработанные гематические гранаты. Приятно? Блин, чертовски приятно. А я куда их могу? Нет, у меня... Сейчас. А, во, подсумок для гранат. Отлично, как раз все четко у нас с вами, ребят. Прям очень четко это, смотрите. Подсумок, все. Ну, какая классная тема, подсумок для гранат. Ну, ты свое дело сделал, теперь мой черед. Я пил монстра во время прохождения в первый раз, и потому что теперь не могу... Нет, я тебе сразу скажу, монстр это такое говно. Вот я не буду сняться в выражениях, это реально говнище. Я вот почти каждый стрим вот по Death Stranding, если, ну, задеваем тему монстра, я тебе просто отвечаю. Это самый худший энергетик, который я когда-либо пробовал. Вообще ни разу не делал выводы по энергетикам, выпив только вот этот вот монстр. Вот сразу же тебе говорю, даже не пытайся, нет. Попробуй что-нибудь, типа, хотя бы вот этого Red Bull, Adrenaline Rush или Burn, и ты поймешь, что это просто небо и земля. Я вот просто ради интереса взял попробовать монстр, и я его даже не смог допить. Такое говно, я больше половины выкинул просто в мусорку. И понял, что это самое худшее, что я когда-либо пробовал. Red Bull тоже не зашел, но в любом случае, монстр это худшее, что я пил из энергетиков. Я не знаю, как так можно было вообще, ну, как можно энергетик испоганить. Но, видимо, как-то можно. О, инструменты, отлично. И вот туда нам что еще нужно? Подробные модели оружия, супер. И образцы пайков. Новый улучшенный балласган. Я понял. Усиливать выстрелы для больших разброса и дальности.
Неплохо, да? Но есть разные энергетики, то есть, знаешь, там есть такие, где, ну, этих привкусов нет. Вот, например, энергетик Ион называется. Там вообще, ну, вкусы совершенно другие. То есть, не, ну, вообще как-то, даже не похоже, что это энергетик. Так. Слушай, а здесь металлы есть и керамик. Ну, нам все не хватит, наверное, да, если возьму отсюда 2000 и 1000. Или хватит на дорогу? Сколько там на дорогу было, ты не помнишь? Все в транспорт грузим. Заказ назначен. И он на Игромире как раздавали в прошлом году, на который Кодзима как раз приходил. Ну, а ты его пробовал? Не, вот мне и он понравился. Я просто такого покупал раньше. И, ну, у него интересный вкус. Там разных дофига. Сейчас, давайте посмотрим. Так, общее хранилище, получение грузов. Не брал. Но вот оно по вкусу более приятное, чем инженер. Вот инженеру, да, это мы отвезем инженеру. Это кому? Старейшина нет, режиссер нет. Погрузить в транспорт, отлично. Забрать материал. Я не знаю, пробовать или не пробовать. Я не помню, сколько там. Тут же не написано нифига, да, если мы так карту откроем. Не, ну такого, мне вот Адреналин, Берн и Ред Бол как бы, ну, зашли. Мне нравятся они по вкусу. Я к ним как бы, ну, нормально отношусь. Ладно, дорогой мы потом займемся. Так. Ребятки, давайте, наверное, сделаем перерыв буквально минуток 5. Я думаю, не больше. Я там трансляцию тогда остановлю, и буквально через пару минут там ко мне надо сходить там за чем-нибудь вкусным, или выпить, или покушать, закусить. Вот, и через 5 минут мы тогда с вами стрим продолжим. На этом же самом месте даже остановимся. Тоже что-нибудь возьму себе попить. Да-да-да, за энергетосом, да. Вот, и сейчас буквально через 5 минут тогда мы с вами продолжим. То есть на еще один стрим, я думаю, меня хватит сегодня. Так что далеко не разбегайтесь. Увидимся через 5 минут.